Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. У меня в команде есть глухонемые люди, я про них уже снимала отзыв. И сегодня он, Сергей Воронцов, прислал мне два видео. Он показывает свой единый кошелек, как ему приходят переводы в проекте «Всем миром», а также единый кошелек своей жены Светланы Воронцовой, которая тоже получает переводы в проекте «Всем миром». Итак, давайте смотреть. Days are never ending, where the nights are feeling lonely. There's a place that I can go, where the birds are free to roam. In the sky, flying high, over fields of green. And where the stars inside the sky, where the last ones shining bright.